Доброго времени суток всем смотрящим. Мы начинаем нашу новую рубрику «Кухня». Мне самой немножко волнительно. Это первый наш выпуск. Мы находимся в Святая Святых. Кухня ресторана «Шешбеш». Вот, с нами любезно согласился работать старший повар этого замечательного ресторана Кайсын. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, мы с ним оба немного волнуемся, но надеемся, что все будет хорошо. Мы сегодня будем готовить блюдо, которое называется «Баранина с овощами». Возотно. Вот, все правильно. Ну что, можем приступать. Будьте готовы, я буду задавать вам много дурацких вопросов. Вот, я не умеха, так что готовьтесь и будем готовить. Для этого нам понадобится баранина, нарезанная, филе баранины. А сколько примерно граммов? 200. Граммов 200. И то есть... овощи, свежие овощи. Ага, ну не через мясорубку, обязательно. Нет, соломкой, да. Рубленная. То же самое, остальные ингредиенты тоже будем соломкой резать. Начнем с картошки. То есть нужна одна вот такая вот довольно крупная картошка? Да, граммов 200 тоже картошка у нас идет. Так режемся уже. Такими тонкими кольцами. Да, картошка должна быть соломкой. Нарезаем очень тонко, потом соломкой будем уже. Как здорово, на вас приятно посмотреть, как вы режете. Где-то таких довольно крупных шампиньонов у нас получается. Штуки 6 нужно нам. Так, штуки, ну здесь 6. 8. Да. 6-8, соответственно. Да. Тоже будем соломкой. Угу. Вот скажите, женская часть, она наверняка будет, скажем так, заинтересована таким вопросом, насколько это блюдо калорийно? Блюдо будет у нас жирное, потому что у нас вся кухня жирная. Да. Ясно. Будем готовить на топленом масле сливочном. А. Кайсын, а как вы вообще пришли в кулинарию? Давно ли? Уже 5. Нам понадобится пол луковицы, тоже полукольцами. Угу. Берем перец желтый, можно красный. Угу. Ой, но не зеленый. Да. Понадобится пол перца. Хватит нам. Для оформления понадобится нам стручковый перец. Угу. Ну, граммов 2-3. Будем все посыпать. Перец тоже нужно очистить. Оп, возьмем пол перчика. Тоже режем соломкой. Тонко-тонко. Да, это в конце, когда будем подавать. Ага. Для оформления пойдет. А, ну перец... то есть это просто сверху посыпается. Да. И помидорину. Угу. Она ошпариваем. Она так ошпаренная. Да. Да. И снимаем кожицу, соответственно. Да. Тоже пол помидора. Половинка. Ага. Нарезаем кубиком. Все соломкой, только помидор кубиком пойдет. Угу. Так, помидорки кубиками, надо запомнить. Все нарезали? Все нарезали. Шампиньоны все, соломкой, все. Картошку соломкой, лук полукольцами, ага. Баранина, зелень, угу. Перец, помидоры, стручковый перец для оформления. Мы молодцы. Сейчас пойдем готовить. Отлично. Итак, вот все продукты, необходимые для приготовления баранины с овощами. Да, все правильно. Так, что у нас тут? Картошка нарезанная соломкой одна большая. Грибы. Грибы. 4 крупных таких шампиньона. Баранина нарезанная соломкой. Половина луковицы. Да, репчатый лук. Полукольцами нарезаны. Соломка желтого перца, возможен красный. Половинка. Да, половинка. Половинка, так. Половинка помидорки. Прошпаренного. Да, да? Ошпаренного. Ошпаренного, точнее. И без кожуры. Так, кинза нарезанная. И стручковый перец. И стручковый перец. Красный. Половинка небольшого перца. Теперь тебе понадобится нам соль, перец, соль. Куркума. Ага, так. И все. Это масло. Масло. Топленое сливочное масло. Все, приступаем к процессу. Вот на разогретой сковородке уже жарим. Ага. Баранину нашу. Так, наша баранина. Так. Лук, перцы. Лук. Ох, как все шкварчит. Красота. Жарим минут 5. Минут 5. На таком сильном огне. Да. Угу. Ух ты. Можно чуть-чуть посолить. Посолить. Солим чуть-чуть. Так, это сколько? Это получается чайная ложка соли. Да, одна кофейная ложка. Одна чайная ложка. Напоминаю, что мы готовим на кухне ресторана «Шешбеш». Это вот большая ресторанная плита. Тем, кому интересно, наверняка большинство из вас не были внутри, в сердце любого из ресторанов. Мало кому из смертных удается туда попасть, за исключением тех, кто там работает. Да, но всегда интересно то, что ты не видишь.
то, что обычным посетителям скрыто от глаз. И вот сейчас мы как раз смотрим, как готовится одно из блюд ресторана «Шишбеш». Кайсын рассказал, что это было блюдо придумано шеф-поваром ресторана, да, если я не ошибаюсь. Так, ну вот, и мы наблюдаем, как в течение 5 минут баранина шкварчит, кипит вместе с маслом. Масло у нас... Топленое. Это подсолнечное топленое масло. Нет, сливочное. Сливочное топленое. Сливочное. Далее кидаем нашу картошку. Так, теперь картошка. Так. Помешиваем. Мне кажется, или, по-моему, уже начинает пахнуть. Довольно картошку. Вкусно. Грибы. Грибы. То есть спустя 5 минут уже можно добавлять картошку. И грибы. И грибы. А вот и жарить, ну, еще мясо минут 5. Такой небольшой курочкой, да, должно начать покрываться? Да. Мясо и его. Еще 5 минут. Ставим на средний огонь. И закрываем крышкой. На слабый, то есть? Да. Чтобы оно протушилось. Да. 5 минут? Картошка стала мягкой. Да, минут 5. Далее добавляем перец. Ага. И помидоры. Красивое блюдо получается такое. Тут помешиваем. Сейчас помидоры, вот сок свой. Угу. Так, я думаю, у нас готово. В конце можно добавить чуть огня, пожарить минутку. Так, и выкладываем на сковородку. Видите, как шипит? Раскладываем кинзой сверху. И сушеным перчиком. Для красоты. Все? Все, готово. Итак, это баранина с овощами, которую приготовил нам старший повар Кайсын. Пахнет очень здорово. Надеюсь, что на вкус. Даже не надеюсь, я в этом уверена, что это очень вкусно. И, собственно говоря, скоро будем пробовать.